В Главном управлении МЧС России по Ульяновской области состоялось торжество, венчающее профессиональный конкурс. Сами соревнования прошли еще в начале этого года. Спасатели, пожарные и водолазы состязались в рабочих дисциплинах. Тушили горящие объекты и вручали пострадавших. Напомним, конкурс вошел в программу Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Данный фестиваль проводится уже у нас в 11-й раз на территории Российской Федерации. И в частности, сегодня мы награждаем наших номинантов, которые победили в региональном конкурсе. И дальше они будут выдвигаться уже на всероссийский. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с триумфаторами. Для пожарного из Димитровграда Руслана Санатульна победа оказалась неожиданной. Я участвовал первый год и как бы вообще даже не думал, что я выиграл или еще что-то. Так получилось. По итогам выбрали меня лучше. В этот раз церемония награждения отличалась от предыдущих. На нее пригласили актеров из нашумевшего сериала «Пять минут тишины». Выбор артистов не случайен. Много эпизодов было снято на территории Ульяновска. Да и тематика фильма соответствующая. Суровые будни пожарных, неожиданные повороты событий. Многосерийный фильм может быть и далек от реальности, но все-таки он о мужестве огнеборцев. Исполнитель главной роли Роман Курцин рассказал сотрудникам МЧС о своем проекте. Сериал, который мы снимаем, никакого отношения не имеет к вашей службе. Это сказка, и мы очень... Те спасения, которые мы делаем, они придуманы в любом случае. Наши герои, они такие чистые, и мы понимаем службу, которая у вас, что она намного труднее, и это все сложнее, и мы очень хотим верить, что вот этой сказкой мы прославляем ваше имя. После церемонии награждения сотрудникам МЧС показали трейлер нового сезона сериала. Актеры без подарков тоже не ушли. Руководство Главного управления вручило им ценные сувениры. Виктория Чуркова, Даниил Сурков, новости УПРАВДА ТВ.